Не допустить хищений из государственного бюджета поручил президент Казахстана главе счетного комитета. В Акурде состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с Натальей Годуновой. Глава государства подчеркнул ключевую роль организации в деле обеспечения эффективности и освоения бюджетных средств. Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о текущей деятельности счетного комитета в сфере контроля за исполнением республиканского бюджета и аудита государственных программ. Также президент ознакомился с данными о проводимой работе по методологической поддержке ревизионных комиссий в регионах. Вместе с тем, председатель комитета рассказала, как изменились подходы к работе счетного комитета согласно плану нации «100 шагов». Счетный комитет – очень важная организация по контролю за эффективностью использования государственных средств. Мы об этом говорили. И это независимая оценка всех наших вопросов. Средства, выделяемые, во-первых, были туда, куда надо, во-вторых, они использовались полностью по назначению и не разворовывались. Как идет работа? Нурсултан Абишевич, ну, во-первых, нужно сказать, что в соответствии с вашим поручением, в соответствии с планом наций, счетный комитет уходит только от констатации финансовых нарушений и переходит на аудит эффективности. А при этом, конечно, неотвратимость наказания за финансовые нарушения, она остается, но при этом нам очень важно помочь объектам аудита выявить те причины, которые стали основой для соблюдения, для совершения этих нарушений, вот, и дать рекомендации, что сделать, или устранить какие-то правовые пробелы и коллизии, чтобы уже работала превентивная функция государственного аудита. Как насчет местных ревизионных комиссий, которые вместе с вами должны работать? Счетный комитет оказывает методологическую помощь. Значит, поэтому мы некоторые методологические документы распространили прямое действие на ревизионные комиссии.